Здравствуйте, вы смотрите очередной выпуск программы «Защита Майзел». Я, как всегда, нахожусь в офисе адвоката Изабеллы Майзел. Изабелла, здравствуйте. Здравствуйте, Боря. Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, продолжаем наш марафон с вопросами. Да. Еженедельный. Прежде чем вопросы, я бы хотела сказать большое спасибо, дорогие друзья, что вы нас смотрите, что вы реагируете на наши программы, за все ваши пожелания, поздравления, комплименты и все самое доброе, что вы нам говорите. Замечательно. Или пишете, правильно сказать. И вот один из свежих вопросов передо мной. Вчерашний вопрос, на самом деле. Прямо вчерашний. Да. Здорово. При смене статуса с B1, B2 на F1 и при одобренном статусе, возможно ли выезжать в свою страну, в скобках Россия, во время каникул в университете? Ну, первый, наверное, ответ на этот вопрос. Россия тут ни при чем. Все правила одинаковые для всех стран мира. И поэтому Россия, Узбекистан или Израиль или Германия не имеет никакого значения. Что же касается легальной стороны этого вопроса. Если человек поменял статус внутри страны, не имеет значения, это был ли B1, B2 на студенческий, на рабочий, или со студенческого на рабочий, или со студенческого на B1, B2. Не имеет значения вообще никакого, если мы говорим только о неиммиграционном статусе, потому что об иммиграционном статусе я скажу чуть позже. Человек может выехать из страны, но он не может вернуться обратно без того, чтобы пойти в консульство и получить в консульстве новую визу. Либо он может вернуться обратно в страну по своей B1, B2. Правда, здесь есть одно если его впустят на границе. То есть, другими словами, если человек приехал 1 апреля 2018 года по визе B1, B2, 1 августа ему дали 6 месяцев на въезде, и 1 августа он подал прошение на изменение статуса на студенческий, потому что его приняли на обучение в колледж. И в то же самое время он подал прошение на то, чтобы ему продлили B1, B2, это сегодня такое правило, для того, чтобы находиться в легальном статусе во все время оформления изменения статуса на студенческий. И предположим, 1 января 2019 года ему одобрили и продление статуса, и изменение статуса на студенческий. И он начал учиться. Он учится, и вот пришел долгожданный июнь месяц, время каникул. Что можно в это время сделать? Для того, чтобы вернуться обратно на следующий семестр, если он хочет выехать, ему нужно собрать все документы, подтверждающие, как он получил студенческую визу, что он действительно отучился. Ему нужно получить транскрипт из его учебного заведения о том, как он отучился, с какими отметками и сколько часов он учился каждую неделю. Ему нужно заполнить форму DS-160, то есть это форма онлайн на сайте Госдепартамента. И посредством этой формы, этого application DS-160, назначить интервью в консульстве, где он может получить эту визу. Потом он должен пройти это интервью. И нужно понимать, что если он пойдет на это интервью, и если ему откажут в студенческой визе, если у него есть годная B1, B2, эту визу могут аннулировать тоже. Так? Но если ему повезло, и визу ему не аннулировали, но студенческую не дали, исходя из того, что он находился в стране столько времени, то есть он приехал в апреле 18-го, а это уже июнь 19-го, исходя из того, что он находился в стране столько времени, 14 месяцев, и что он менял свой статус на студенческий, если он будет возвращаться обратно по визе B1, B2, то его на границе могут остановить. Потому что он больше полугода. Потому что он дома
находился 2 месяца только, а здесь находился 14. А мы понимаем, что при неиммиграционной визе человек здесь находится, так сказать, в гостях. То есть B1, B2 – это просто гостевая. Люди любят называть ее туристической, но это просто гостевая виза. Человек здесь находится в гостях. Элементарное правило неиммиграционного закона о жизни. Когда вы идете, Боря, в гости ко мне, вы у меня проводите 3 часа времени, а потом вы идете домой, правда? И дома вы находитесь все остальное время. Здесь логика абсолютно идентичная, работает абсолютно точно так же. Если человек находился по B1, B2 в стране какой-то период времени и уезжает домой, то дома он должен находиться значительно более длительное время, потому что иначе государство или пограничники скажут, что, милая, мы понимаем, что ты здесь была по B1, B2, но ты прикрываешься B1, B2. На самом деле ты здесь живешь, а домой ты просто выезжаешь прошвырнуться. Поэтому то же самое правило относится и к студенческому статусу. Человек здесь находился 14 месяцев, 8 по B1, B2, 6 по студенческому статусу. Значит, дома он должен быть такое же время или больше, чем он находился здесь. В одной из наших программ недавних я рассказывала о том, что у меня сегодня есть клиент, которому повезло. Но он не ходил за визой в консульство. Он был здесь какой-то период времени, поменял статус на студенческий, начал заниматься, семестр закончился, потом он решил себе поехать обратно в отпуск домой, не назначив себе интервью в консульстве, и вернулся обратно по B1, B2. Да. Okay? И его впустили, в этом счастье. И его впустили. Но теперь он опять приехал по B1, B2. И теперь ему снова нужно получать студенческую визу для того, чтобы вернуться обратно на обучение. То есть я ответила коротко этому человеку на YouTube, что да, выехать из страны можно, если у тебя есть студенческая виза, но проблема будет въехать обратно, потому что для въезда обратно нужно получить студенческую визу в консульстве. Это, в принципе, короткий ответ на этот вопрос. То есть правильно ли я понимаю, что вот в этой ситуации надо 100 раз подумать, прежде чем это делать? То есть или как бы быть готовым к массе не связанных с отдыхом мероприятий дома, вместо того, чтобы ехать отдыхать? Нет, надо просто правильно спланировать этот отдых. Угу. Прежде чем уезжать, нужно заполнить ДИЭС-160, нужно собрать все документы, которые, я надеюсь, у человека есть копия тех документов, когда он подавал на изменение статуса. Нужна действующая форма I-20. Нужно доказательство, что человек в состоянии оплачивать это обучение или сам, или у него есть спонсор. И если у него есть спонсор, то все документы финансовые спонсора, то есть налоговую декларацию и так далее, и так далее. То есть все то, что нужно. Другими словами, когда человек идет на интервью в консульство, у него должен быть такой же пакет документов, если не больше, а больше действительно, потому что нужны доказательства еще того, что он учился и учился на хорошей отметке, как он подавал на получение этой студенческой визы. Пока мы на этом вопросе, мне бы хотелось рассказать маленькую плохую новость в отношении неиммиграционных виз. Несколько месяцев назад был изменен закон, который стал требовать прохождения biometrics или отпечатков пальцев для всех людей, которые подают либо на продление неиммиграционного статуса, либо на изменение неиммиграционного статуса. Тогда, когда это правило было введено, мы думали, что государство хочет понимать, кто находится на территории страны, потому как, когда ты получаешь неиммиграционную визу сегодня, ты сдаешь отпечатки пальцев в консульстве. То есть мы считали, что это определенная
волна учета, так называемого, тех людей, которые находятся с неиммиграционной визой на территории Соединенных Штатов. Но государство продумало еще один шаг в связи с этим. Что же происходит на сегодняшний день? На сегодняшний день происходит так, что если человеку отказали в продлении обыкновенной B1, B2 визы или в изменении статуса на любой другой неиммиграционный, в отношении него возбуждается депортационная процедура, и дело идет в иммиграционный суд. Такого не было в истории иммиграционного закона никогда. С одной стороны, это отвратительно для человека, который здесь находится, которому только что отказали в изменении статуса или продлении статуса. А с другой стороны, это отвратительно тем, что суды будут заполнены еще одной огромной категории дел, и это будет значить, что все дела в иммиграционном суде будут рассматриваться еще дольше. То есть, как мы рассказывали много раз, в иммиграционных судах вместо 100 тысяч дел, которые, то есть это количество дел обыкновенно находилось в судах, на сегодняшний день находится около миллиона. А если теперь еще и вот таких людей, которым отказали в продлении B1, B2 или изменении статуса на F1 или на любую другую неиммиграционную визу, если они еще окажутся в суде, то это будет очередной шквал, и рассмотрение дел в суде опять увеличится. Да, государство разрешило, Department of Justice сегодня имеет бюджет, принимают на работу новых судей, но они не справятся с этим шквалом тоже. То есть, если сегодня дела в судах, за исключением expedited process на дел по убежищу, если сегодня дела в судах везде, повсеместно, по всей стране, рассматриваются минимум 2,5-3-4-5 лет, то мне даже страшно подумать, что будет с этим новым шквалом. А можно ли вообще что-то сделать уже, когда дело находится в суде? Можно делать разные вещи, и это зависит от каждого конкретного случая, то есть от каждого индивидуального дела. Ко мне только что пришла одна клиентка, которой отказали уже в продлении B1, B2. У нее есть основания на подачу документов на убежище, например. И она еще находится в стране менее года. То есть, если у нее это есть, и если дело попадает в суд, то она может подать на убежище. Это так называемый вид, называется defensive asylum. Что это значит? Потому что ей уже предъявлено обвинение в иммиграционном смысле, что она нарушила закон. И она, вот защищаясь от этого, то есть defending herself, может подать defensive asylum application. И дело будет рассмотрено. У меня есть два других дела, где по одному делу женщина была здесь по семейным обстоятельствам, помогала одному из членов семьи, приезжала часто, продлевала статус. И вот она подала на продление, и ей отказали. Она ко мне пришла уже после того, что ей отказали. Она вышла замуж 31 декабря 2019 года. А 2 января она получила документы, что она должна явиться в суд. Okay? Что в этой ситуации можно делать? Можно получать грин-карту посредством этого брака. То есть, да, процесс будет длиннее, чем он был бы, если бы не было бы депортационной процедуры в иммиграционном суде. Но это все возможно. И стандарт доказывания в ее случае будет такой же, что это настоящий брат, будет такой же, как если бы он был бы, если бы не было бы депортационной процедуры. В противном случае, если человек женился во время депортационной процедуры, то тогда стандарт доказывания о том, что это настоящий брак, значительно выше, потому что человек женился в то время, когда депортационная процедура была уже возбуждена. Еще один мальчик у меня есть, который точно так же, как и первая девушка,
у которой было значительно больше возможностей, если бы она была бы здесь легально в стране, у него тоже есть основания на подачу на убежище. То есть у каждого человека свои возможности, другими словами. Но несмотря на то, что дело в суде возбуждено, то есть предъявлено обвинение в иммиграционном смысле в нарушении правил иммиграционного закона, все равно документы можно получать, то есть грин-карту можно получать, расстраиваться не нужно, с одной стороны, но с другой стороны, нельзя сидеть сложа руки, надо действовать. И не тянуть, наверное. Да, конечно. И, как я всегда говорю, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Конечно, мы входим здесь тоже, так сказать, handy, полезными. И без адвоката такие дела, в принципе, не проводятся. Потому что то, что касается суда, человек должен быть represented. Угу. Я за свои почти 23 года работы адвоката в Америке видела, честно говоря, одно дело единственное, когда человек выиграл, когда он получил хороший результат, не имея адвоката, то есть не будучи представленным в суде адвокатом. А он был юристом? Он не был юристом, но он был очень грамотным человеком, и он был очень въедливо кропотливым. Ага, интересно. Okay? Да. И он получил хороший результат. Но, в принципе, даже судьи, так сказать, всегда говорят о том, что вам нужен адвокат, бесплатный ли адвокат, либо вы будете платить деньги за это и так далее. Но надо понимать, что в отличие, скажем, от муниципальных судов, где есть государственные адвокаты, или от уголовных судов, или других любых, на любом другом уровне, штатном, где могут быть бесплатные адвокаты, или public defender, или legal aid, или так далее, то в иммиграционном смысле государство не представляет бесплатного адвоката. То есть да, есть non-profit организации, которые представляют бесплатные услуги или услуги за очень какие-то маленькие деньги, но бесплатных адвокатов государственных в иммиграционных судах нет. Ну что, мы, кажется, раскрыли тему гораздо шире ответа на вопрос и будем на этом, я думаю, завершать. Я согласна с вами, потому что время уже подошло. Ну что же, тогда вот эта программа конкретная на этом заканчивается. И следите за новыми выпусками. Дорогие друзья, я желаю вам добра, удачи, здоровья, благополучия. И смотрите наши программы, подписывайтесь на мой канал «Адвокат Белла», на Борин канал «Кольцов ТВ». Всего доброго, удачи, благополучия и здоровья.